Так, привет, друзья. Вкратце вам расскажу, как быстро скачать видео из контакта, просто из браузера, без каких-либо программ, без геморроя. В общем, заходим в ваши видеозаписи, выбираем, в моем случае, первое видео, это вот концерт Элтона Джона. Значит, открываем видео, даем ему немножко загрузиться. Потом нажимаем левой кнопкой мыши снизу видео на белое пространство. Ну и дальше нажимаем на вашей клавиатуре кнопочку F12. Ну и дальше с левой стороны внизу нажимаем на значок в виде лупы и нажимаем дальше на наше видео, тем самым выделяя его. Ну и дальше, видите, у нас внизу появились скрипты, менюшка, находим название Resources, нажимаем на него и дальше выходим на путь файла с левой стороны. Папочки Frames. Спускаемся стрелочкой ниже и открываем файл под названием XHR, где и находится, собственно, наше видео, которое мы можем скачать. Открываем его в новом окне. Он открывается в вашем флеш-проигрывателе и дальше сохраняем, качаем, смотрим, наслаждаемся. Всем приятного просмотра!